Девочки, 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 девочки! Название команды КВН «Я обиделась» говорит само за себя. Играют только девушки. Ввели такую фишку, что мы можем без парней обходиться. И обозначать есть, парней. Да, то есть у нас есть миниатюры с мужскими ролями. То есть мы абсолютно спокойно сами отыгрываем мужиков. Почему бы нет? Мы всегда смотрим, что, ну, это логично, что кто-то лучше отыграет парня. И это же здорово. Если мы можем сделать это сами и можем на этом построить юмор, то почему нет? Даже лучше, чем многие парни. Один парень в команде все-таки есть — звукорежиссер. Он будет помогать на протяжении сезона. Всего месяц назад девушки даже представить не могли, что попадут в премьер-лигу и будут выступать в телевизионных версиях передачи. Отмечают, без помощи университета поездки на сочинский фестиваль вообще не было бы. Мы каждый день сидели с девочками, там с мальчиками созванивались. Мы отправили 3 команды и очень за них переживали. В 3 часа ночи мне там звонили: «Вика, ты точно знаешь, Вика, мы прошли», там, и чуть ли не плакали в трубку и кричали. Ну, то есть, как бы мы сами тоже, наши команды, очень были рады за девчонок. Но это было, конечно, неописуемо. Мы, по-моему, радовались еще больше, чем девчонки. Команда «Я обиделась» уже точно войдет в историю. Она впервые за последние 20 лет будет представлять Новосибирский университет в телеэфире. Девочки замечают, даже такой рывок из популярной лишь в студенческих кругах команды до участника премьер-лиги голову не вскружит. Я подхожу, и мне говорит Александр Васильевич, говорит: «Ну, Ян, давай». Да-да-да. Играют команды разных возрастов, и, как правило, это взрослые люди. Тем более, чем серьезнее лига, тем старше команда. Ну, потом в вышке будем шутить на эти темы. Пока еще так. Типа только учимся. Мы получили бесценный опыт на этом фестивале. Да, еще и прежде всего, ничего страшного. Показуха! 1/8 финала премьер-лиги пройдет в конце февраля, начале марта. А пока девушки готовят целый список миниатюр и коротких шуток для разминки. Константин Бухтатов, Александр Ведерников. Новости ОТС.